пришла кульминация. Пускай будет так. Да, с выхода сильнейшего спортсмена. Давайте посмотрим, насколько это будет интригующе. Ого! Без вопросов. Да, без вопросов. Да, видели мы, что и 215 уже рвал Лаша в разминочном зале здесь, в Москве. Категория Лаша Талахатов. 217. Да, это легко. Очень легко. Легко. Так, ну что же. Самая главная интрига, да, сегодняшнего рывка. Будет, сколько, не будет? Да, сколько вот тогда килограмм будет? 27 лет этому атлету. Так, ну что же, дорогие друзья, попытка установления мирового рекорда в рывке. 222. Боже мой, как это легко! Да, поздравляю вас, телезрители! Вы сейчас были свидетелями уникального явления. Феноменально! Феноменального! Спокойно начать во втором упражнении. Уже, нам кажется, это для него совсем мало, но, тем не менее, наверное, это правильно. Толкает этот вес, и он практически обеспечивает, да, себе. Да. Но еще, конечно, будем смотреть, потому что в сумме сегодня, победу. Сегодня Гор Минасян нас. Справляется с весом 253 килограмма. Да, это второй подход. Остается еще один подход. Должен делать, да? Сумма 475. Ну, это 99-й чемпионат Европы. Поздравляю, поздравляю, Дмитрий, зрители, поздравляю. С новым рекордом, да, мира где-то в сумме двух упражнений. Но, знаешь, как я хотел обратить твое внимание, что